Не хочу я! Поздняк метаться. Молодчик. Короче, мне написали. Установи пушку на упор и удаленно дерни за спуск, чтобы посмотреть, как сильно отдача повлияет на оружие, когда никто его не держит. Проще говоря, насколько далеко она отбросит пистолет. Я сперва подумал, да это самая безответственная и тупая вещь из всех, что я слышал и мог бы сделать. А потом я прикинул. Наверное, все же это не самая-самая тупая вещь, которую я мог бы сделать. И, вероятно, это не самая безответственная штука из всех, что я уже делал. Кажись, раньше я делал вещи поглупее и побезответственнее. Короче, идея-то норм.